Привет-привет! Сегодня я хочу вам показать альбом, который недавно закончила и который мне нравится. Этот альбом я делала для очень стильной пары, и поэтому мне нужно было сделать его более современным, без объемных цветов и кружева, но при этом оставаясь в рамках своего стиля. Поэтому в основном в этом альбоме для украшений я использовала вырубку и чипборд студии Чипборда Скрапики, который я вам недавно показывала в обзоре дизайнерской посылки. Альбом я обтянула хлопком. Как видите, здесь надпись, чипборд, вырубка. Классные стрелочки фольгированные, черные, и еще в качестве детали немного пайеток. Давайте я вам покажу, что у него внутри. Первая страничка выглядит так. Здесь одна центральная фотография 15 на 20. Я не стала делать никаких открывашек, секретиков, просто побольше украсила эту страничку. Здесь вырезана из набора бумаги карточка, оттуда же рамка, чипборд, самодельные высечки, вырубка, ну и еще различные мелкие детали. Следующий разворот выглядит так. Здесь не очень много украшений, поскольку сама по себе бумага шикарнейшая. Название коллекции Happy Day, и я обязательно под видео прикреплю ссылку, чтобы вы могли посмотреть, что это за набор бумаги. С левой стороны фотография жениха, надпись Good Day, вот такая классная вырубная салфеточка. И левая часть вся держится на магнитике, который примагничивается вот к этой скрепке производства Art Uzor. Откидывается так. Здесь карточка для записи, а здесь фотографии с родственниками. С этой стороны букет невесты. Также держится все на магнитике и на скрепочке. Откидывается так и открывается еще так. Следующий разворот посвящен фотографиям из ЗАГСа. На первый взгляд здесь не так много фото, но это обманчивое впечатление. Давайте смотреть подробнее. Слева на прозрачном анкере держатся две открывашки, откидываются так и так. Здесь для украшения я использовала чипбордовую рамочку, покрыла ее золотым эмбоссингом. Также здесь вот такой кружок Mr. and Mrs., шифоновый цветочек, золотистые веточки и очень классный фоновый чипборд. А с правой стороны хочу обратить ваше внимание на вот этот чипборд кресла. Смотрите. Это кресло практически один в один такое же, как то, на котором сидит пара. И мне очень нравится вот этот перекликающийся эффект. Также я здесь добавила маленький кусочек текста, как и на этой стороне, чтобы в целом вся композиция смотрелась гармонично. Вот эта вот украшающая часть на самом деле не просто украшение, а вот такой хлястик, который держится на магните и откидывается вверх. А под ним спрятано огромное количество фотографий. И вот такие вот карточки для записи. Следующий разворот мой любимый. Конечно, это не скромно, но мне действительно очень нравится, как он получился. С одной стороны, это сочетание вот этих деревянных фактур, белые салфеточки, розовый с золотом. Причем вот эти два листа, они не из набора, это листы Art Uzor. А с другой стороны, совершенно потрясающие фотографии. Для украшения я использовала здесь чипборд. Дополнила большую фотографию вот такими уголками, фоновый чипборд и вот такой вот классный очень манекен. И здесь же еще чипборд, вот такой вот фольгированный, здесь два флажка и здесь один флажок с надписью Love. Также здесь я добавила вот такую вот маленькую гипсовую рамочку. Левая сторона держится на двух прозрачных анкерах, откидывается вверх. Здесь еще три фотографии. И здесь большущий карман с дополнительными фотографиями и карточками. Закрываем обратно. А с правой стороны раскладушка. Также держится на прозрачном анкере и откидывается вверх. Причем, смотрите, тут еще такая интересная фишка есть. Вот это очень классная фотография, где держит на руках жених невесту. И помимо этого есть еще три маленькие фотографии, которые... как слайды, знаете, движение одно, второе, третье, как это происходило. И все это спрятано здесь, выдвигается за карточку. И здесь вот видите еще три маленькие карточки в движении. На этом развороте фотографии уже менее официально, они с катания, с природы. С этой стороны раскладушка откидывается вверх. А вертикальная фотография одиночная, благодаря чему у меня появилась возможность декор немножко сместить сюда и сюда и сделать более гармоничную композицию. Здесь карточка Happy Time, стрелочка, вот такой тежик, чипборд фоновый и очень красивый чипборд розы здесь и здесь. А здесь две большие фотографии 15 на 20, которые расположены на вот такой дополнительной раскладушке. Здесь
ретро-машина, точно такая же, на которой каталась пара. И здесь еще фотографии с друзьями, с родственниками. Вертикальные. Откидывается так. Здесь еще место для фото у меня осталось, потому что не хватило фотографий. Здесь карточка. И еще откидывается так. Ну и заключительный разворот с очень трогательными фотографиями. Украшением здесь служат изящные веточки из чипборда, вырубки листочки, салфеточка, самодельная высечка и надпись «Happy». Вся нижняя часть откидывается, и уже традиционно для этого альбома парой магниту служит скрепка. Открываем. Здесь большая фотография, и здесь еще место для дополнительных фотографий, которые можно разместить позже. Вот такой альбом у меня получился. Я была рада вам его показать, потому что и сама на самом деле очень довольна результатом. Надеюсь, что он и вам понравился. До скорых встреч. Пока-пока.